И потом, короче, на леди еще алоэ запустишь. Послакала, то кушать хочется. Либо хуй за ЗС. Сейчас или потом начислите? Сейчас начислю. Возьмите меня в ссылка. И не забудьте сложность поменять. Скажите, с ребра запы на танка нужны кому-нибудь? На оп-спек нужны. Сменил сложность. Я, блядь, сапрота взял. Я хотел... Не сменилось. Не, обычка стоит. Так, а зачем проверять? Череп должен загореться на входе. Лёх, ты тпшнись из рейда. В чате должна это. Сейчас тпшнусь. Нажимаем. Телепорт. Да хотя пофиг. Мех. Чтобы вы телепорт покинуть группу. Тировался из группы. Все, Гера стоит. Так быстрее будет, чем я камень. Ничего, нельзя послакать, чтобы покушать? Настя, можно. Хватит толстеть. В смысле? Толстая баба на ощупь вся как сиська. Это ж прекрасно. Это козырная отмазка, блин, прям. Да, именно этим я оправдываю то, что жрать хочу. Получается просто прекрасно, по-моему. Что, отпустите до холодильника? Охуенчик. С восьмой группы кто в ЦЛК хотел? Я. Ураск. И Талдарам хотел тоже. Талдараму тоже надо. Это не бейте его мобов этих, ты сейчас сдох. Как мы сейчас будем саммонить? Не на всех комбат висит. А только на нем. На мне висит, вот, прикинь. На тебе ничего не висит. Висит. Алло, это тут? А чё там каска не упала, Павловская? Пойдёшь ссылка. Да, хорошо. Мне все равно следи надо. А Войт, ну, тогда как мне надо будет вернуться с замены в рейд? Напишите мне, пожалуйста, в Дискорде. Войт, ты тоже хочешь ссылка? Ага. Напишите. Надеюсь. Чё тебе написать надо? Ну, если меня с замены обратно в рейд закинут. Ровно я пробегу минут. Сразу. Пойду покачаю. А вот сейчас прям 5 минут отсчитывает. Первая, вторая группа. Кто хочет на замене послагать? Вот это. Ханты просто... в пролете, сразу говорю. А чё, РС-ка когда примерно планируется хотя бы? Смотрим. Этот, вот там про товары переработает, бонус 105. Нихуя, а чё сделают? Удалят да. Спек нафиг. Сука. Не дай бог, чё хуже сделают. Первая, вторая группа. Кто хочет побыть на замене? Там, кстати, Драгон наныл, ты видел? Что на Джагу будет. Ну, так это я ему предлагал либо сделать Джаг со стаками, либо он типа так написал, весь 45-й сделает. Если у меня получится, он говорит, это сделать. Нет, там есть другая тема, он сказал, будет исправлено. Получилось, да, в другой теме он отвечал. Я тебе сейчас ссылку скину, зайдешь сам. Не, я видел, что он ковал. А что с Джагой будет? Алоэ же только на леди надо или куда? Зеленую Джагу добавят Алдарам, зеленую. Какую? Зеленую.
зеленую жаху добавят? Да. Она уже будет. Она сразу 3 стака будет. Ее там тебе с ЦЛК много луту надо. Так, ладно, через 5 минут спрошу опять. Я могу уступить до Синдры. Что Синдра, Личи и Джайна нужны. Это Рэй. Так, тебе надо, значит, видимо, шею, зов и фетиш, да? Не, зов мне нахер не нужен. Фетиш, шея теоретически, если она никому не нужна будет. Ну шея скилля разве не она нужна? Она мне, знаешь, в последнюю самую очередь. И все. Так, окей, давай тогда. Ну, Микадзе в рейд, а ты пока отдохни. Ну, окей. Так, третья, четвертая группа. Кто хочет послакать? Я могу послакать. Один прист, один маг никуда не уходит. А! Так, персика меняю на воида. А кто контролит? Беломность. Разберемся, как перерыв закончится, я пошел курить. Пойду ты на покачаю, я здесь. Из полирольки решил сделать стаки по 5 штук. Это полезная инфа. Как кто там говорил еще тогда, что воронки там сколько в стак забивают? 20. Воронки 20 в стаке. Полирольки будут 5. Это была стак. Вообще полезная инфа. Когда они еще 15к стоили, кто-то там говорил, что воронки больше 20 штук в стак не помещают. В смысле, а камни... На ФКРче. Перерыв уже закончился. Так, а я готова вернуться в рейд. Я бутербродик скушала, и нормально.
Тебе нужен лут какой-то с целка? Не знаю, наверное, нет. Я не знаю, откуда шамские тапки падают. Стыдно признаться, но не знаю. Что хлопу за ХМ? Ну вот, значит, мне туда надо. Приор проверяет. Мне тоже туда надо. То же самое, тапки нужны. Денчик, куда ты делся? Смонти, рейд. Лёха, ты тут? Да, здесь. Ты идёшь ДКшником? Нужно, могу пойти. Замену хотя бы, не знаю, появились что ли. Да, короче, скажешь. Мне там, в принципе, пофиг. Ну, как хочешь. Если скажешь, ну, типа, если нужно, подамажу. Чего, Проня? Какого тут друида? Если не ошибаюсь, это шторы. Так, что Денчик вообще отвалился из Дискорда тоже, да? Окей, идем без Холи Пала. Настя в рейд. Хантер, алле, Астра. Я релогнусь. Одна рука кушает, другой хилит. Кто-то надо МП5 бафать вообще. Окей, я понял. Ну, по шаману. Мне нужны МП5. Активнее рейд с Монти, пуляйте трэш, начинайте его чистить. Там коняша хочет по холле паладинить. А он не сможет, он вообще-то был с вечерним. Он говорит без КД. А, без КД. Окей. Холли паладинить. Я могу по холли палить, если надо. Если нет, то нет. Настя дальше на замену. Нормально. Меня все устраивает. Я просто не очень уверен, что справлюсь, но давайте попробуем. Справишься, справишься. Её смоните. Конечно, я в тебя верю. Раска, будешь анонсить, если падают осколки. Полный рейд, кто-то внутри лишний. Так, главный вопрос. Клятва с лича кому нужна? Это ты нашел чувака в чате, да, который орал «куплю клятву»? Нет, он меня преследует уже несколько недель. Я не знаю, я сегодня видел, какой-то челик спамил «куплю клятву». Клятва нужна на Мишку. Ладно, если это тот же хант, который был у нас как-то на клятве, то он меня уже месяца три достает. Ну, который, да, хотел, типа, за 100к, а чего, но... клятву? Чего ему это сделали, клятву нет? Да-да-да, сквозь баб. Значит, он меня от БВЕшек... и про Трини спрашивал на Марагрине. Короче, от БВЕшек отказываемся. Япончик нидит все БВЕшки. Кстати говоря, если фетиш в продаже, он за 100 плюс К готов купить. Патреон байтит вас, да? Дживс есть у кого? Да, сейчас поставлю с буквой.
Я закончу то, что начал у часовни последней надежды. Ты бы мог стать величайшим из моих рыцарей, Фордринг. Той силой тьмы, которая прокатилась бы по этому миру и перевернула страницу истории. Но теперь... Танки, алоэ, медведа, ешь. Это пока что. Сзади джип стоит. Кстати, кто-нибудь на X3 анхолик есть у кого-нибудь? Я не могу понять, там в смысле гарга нихуя не работает. Почему она стреляет во всех, кроме той, я не могу понять. Я, кстати, на БГ тоже эту хуйню замечал. Типа призвал гаргу, она бьет всех вокруг, но не мой тарг. Потому что с этим связано, потому что там 1 апреля мозги ебали с 3-8. До сих пор, в смысле? Там это, может, там через пакетик, попробуй верхний. Она типа стреляет, которые на 30 метров от меня находятся. Я тоже вижу, как они вызывают, она еще хуй там никого не видит. Я там просто танком бегу. Покой господина проникает. Роги ГП. Враска, кулак, толдорам, каски, коника, МП-5. Это на всякий случай. Синьку и зеленку, либо грит, либо распыл. Либо КП, да. Вау, вот это можно ли? Нельзя. Гридят, либо пылят. Кто нам еще был? Ну, я типа вешать собираю, ладно. Алло, чё? Ты у нас во фросте. Ну, только хотел спросить. Так, короче, на пол. Дайте им. А, рыбу вставили? Инту и каску по себе положили. Нет, сейчас поставлю. Поставил. Еще раз рычу на пол. ДДшки, если шипы не гнали в зоне, то ваша задача их разбить. Единственный выход. Ну быстрее. Yeah.
жертвоприношений. Активнее шипы бьем. Хорош халтурить. Забирай. Ёж, я кастера буду держать, ты всех остальных держи. Я во фросте массу. Слепоты. Вам удалось сквозь пелену лжи разглядеть источник истинной силы. Посмотрите на свои руки. Задумайтесь над нелепостью их строения. Кожа, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах. Все это говорит о вашем несовершенстве, вашей слабости. Чем раньше вы осознаете собственную ущербность, тем скорее выберете иной путь. Повиноваться, будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких... На боссе в танках. Алоэ, Медведа, Йоши, Войт. А чё не Халфейн? Два ДКшника Европа лучше будет набирать. Да пускай ванхолики будет. Ну, он после Алоэ просто поедет, пойдем босс. Ну ладно, оставайся в сове. Белору с тобой в танке. Там без Т5 Мишка не наберет никак на этой хрене. А где Мишка? А где вот это? На один кусок ты про открыт. Значит, по трэшу Алоэ слева, Медвед справа, Долорос, гриппаешь моба с лестницы, помогаешь Медведу ёжу справа. На второй фазе, на боссе, Алоэ, Долорос, Медведу ёж на трэше. Два правых забрал. Всё нормально. Так, замена. Кто живой там? Либо в Дискорд что-то. Либо зайти в игру и написать. А чё упало вообще? Чё надо замены? Так точно. Что-то.
Так. Кирс, готов к бою? Даркис на замену Кирс Рэй. Мяка, ты уже был на замене. Мяка у Даркис и не предлагает, поэтому он уходит на замену. Фиг знает, скорее всего, да. Потому что у меня на Малгриме тоже 5к был пи. Непонятно с чего, в целка вроде нормально. Танков назначил вообще на пул. Опять какие-то, может, проблемы у хвоста, у меня вчера отваливалось. Все заходило. А, сумоньте Кирса, шкаф. Первая группа слева, да? Такого распределения не будет. Просто убивайте трэш. Еще раз рычу на пул. Это быстро станет на бахнет. Ты чё враска крылья включил, бля? Астряк. Полетел, бля. Как вы смеете вступать в эти смешные... То в контроле не включить крылья, прикинь. Зелёнки слева. Как дебаф от Бладласа спадёт, сразу же нажмёт шам. Я освобождаю тебя. По юбке играть. Не того бьёт. Блять, не успел снять, сука. Дайте, он вышел с контроля. Испел. Испел. Хотя давно бы не спали. Мгновенная йотана Тимыч Кирса. Тимыч, юбку бей. Ты не в сил противиться моей воле. На шамак убьет ДК. Сову в контроль. Стоп по боссу. Ты не в сил. Довольно. Пришла пора взять все. Трэш активно сливаем. Диспел. Войт мгновенно. До сих пор кроме лапы ничего нет. Ладно, скажешь как. Давай другому я, блядь, накосячил тут.
А трэшу? Может... меньше взрывать будем? Локи, скинь. Дух мели, по-моему. Вон, проник закидываю серию пока. Противится моей воле. Ступай во тьму. Вечную тьму. На хафайна на пол на дека. Энжи Тимыча. Пока тут в раску. Ты не в силах противиться моей воле. Штора кровавого. Трэш заберите. Сдаешь, ты что, спишь там или что? А чё, Герат не дали? Да, он должен. Была. Ты что, блядь, на мне нету? Ты делаешь? Наверное, в контроле был. Ты не в силах противиться моей воле! ДК, сдайте бомжей, добейте уже босса. Дайте как у конкурента. Все в босса. Вообще все. На все воля господина. Ваш осколок. Неизбежно. Хотя вагон сам себя экзорцизмом убил. Лучше ты это говорил. А как так? Почему вот я в Омине был там, не знаю, на пятом, на шестом месте по агро, она развернулась и мне тычку дала? Я просто прожал в тот момент, когда он щит врубил. Вот в один, он в ту же секунду просто врубил. Мне вот интересно, сколько надо кричать в чат и в голос, чтобы дали хотя бы один баф до середины боя? Вот мне только лапу сразу дали, остальные вообще забили. А, так, чё по престам? Япончик. Увидел только тогда, когда я ему чуть ли не вылечку напил. Так, чё у нас там с этой палкой? А я не слышал, что, да? Чтобы ты голосом говорил. А в чате или нет? Вначале один раз сказал голосом, потом четыре раза написал «дайте бафы, бафы». Ёжи, это значит все не берут эту палку, да? Без разницы. Берут. Почему не берут? Берут, берут. Тут на мейн надо, за него 800 дают, да? Да. В этом но... есть прелесть у спека. А подскажите так, пожалуйста, по моему вопросу, почему так, чтобы я в следующий раз занял? Какой вопрос? Че вы трэш-то пулите, я лут не раздал. Что за спешка? На пятом, на шестом месте был в Омине, и босс просто развернулся и мне тычку дал. Ты кто? Потому что Рога. Кидается проклятие незначительности. Ты мог, блядь, быть на пятом, а потом резко первый стать, вот и все. Так, стопнули, флут. Энжи, передать ее можешь? Линкани ее в рейд, и рольте ее на офспид, кто может это себе позволить. А чё там надо, чтобы босса получить 64? Сорони, 25 ДСов. Да, как наша М-ку на грань. Всё то же самое, по сути. Две крови и 25 ДС. Мгновенная. У тебя офспекер, дру, так что... Увы.
на третий спек. Ну, у Войда офспек сова, поэтому уходит ему, если больше никто на офспек, на второй не ролит. Офспек бьет оф офспек. Ах, я помню, Белодон за этими запами долго ходил, но они так и не выпали. Че, я полетаю? Не, Логи, эти запы на офспек вообще не вариант ролить. Прото-демон, я посмотрел. А да. Чё у нас? ДК в ДД пусть идёт? Халфайн. Да, Халфайн, Ван Холли, ты на том корабле, медведь даёшь на нашем корабле. Самолёте на корабль меня. Я чё там, летаю или чё? Ну ты